Здравствуйте, дорогие друзья. Вопрос из Фейсбука каббалисту Михаилу Лайтману. Вот, да. Даже по поводу сегодняшнего утреннего урока. Что такое, если не я себе, то кто мне? Это ведь противоречит тому, что вы все время говорите. Нет никого, кроме него. Нет, но если не я себе, так, то действительно кто мне? То есть человек должен заботиться о себе в той мере, в которой он обязан заботиться о себе, чтобы существовать, функционировать нормально. И все остальное... А если я себе, то для чего я? Это уже ради других. Но после того, как я сам существую. То есть, если нет хлеба, нет Торы. То есть, должен быть сначала хлеб. Ты должен заботиться о себе в той мере, в которой ты обязан существовать. Необходимое. Это если не я себе. Да. А затем уже, а что ты дальше делаешь с собой? Где здесь место вот этой формулы самой важной? Нет никого, кроме него. Это обязывает нас так поступать. То есть... Я обязан думать о себе в мере необходимости и не более. И все остальное сверх необходимости отдавать другим, потому что это обязывает, этому обязывает меня высшее управление. И нет никого, кроме него, этого высшего управления, под которым мы находимся и должны выполнять его условия для того, чтобы правильно существовать.